Российская фитнес-индустрия держится на ленах младше 35 лет. К такому выводу пришли аналитики одного из фитнес-приложений. В нем зарегистрировано почти 200 тысяч человек. Итак, кто он? Среднестатистический пользователь спортклуба. Сейчас расскажу. Итак, типичный обитатель фитнес-центра не старше 34 лет и не моложе 25. В основном мышцы качает молодежь трудоспособного возраста. Таких посетителей почти половина. Чуть меньше времени в фитнес-центрах проводят люди постарше. Это аудитория от 35 до 44 лет. Молодежи до 24 лет еще меньше. Редкие гости на йоге и беговой дорожке – представители старшего поколения. Это люди от 45 до 54. Тех, кому за 60, в фитнес-центрах встретишь нечасто, их всего 3%. Интересно, что самый старший из зарегистрированных в клубных приложениях посетитель 1941 года рождения, ему 78, а самому младшему 5 лет. Согласно ВЦИОМ, мужчин и женщин в российских фитнес-клубах поровну. Что интересно, активнее всего занимаются спортом девушки с именем Елена. Дальше по рейтингу следуют Кати, Оли, Насти и Ани. Ну а в рейтинге фамилий без сюрпризов больше всего Ивановых.